Сейчас, насколько тебе? Я понимаю, что не все еще там получается где-то как-то, но а как тебе вообще? Мне, в принципе, нравится, но это лучше, чем первый раз. Ну, уже же лучше. Так а все же потом еще будет лучше. Ты начнешь опирать лучше этот головной звук. Теперь давай поработаем над теми местами, которые не совсем получились. Первое место, где дыхание, мне невероятно понравилось, что ты пошла, не стала брать его. Знаешь, почему ты не стала брать его? Тебя органически захлестнуло. Ты пошла это. У тебя здесь не хватило. Так можно было опять, в тот же самый момент, на долю. Там идет. Ты могла взять дыхание, но показать его. И совершенно нормально бы было там. И не пугайся никогда этих вещей. Не пугайся. Это было замечательно, то, что ты пошла. Теперь, сейчас мы поработаем над этим местом. Второе место, какое, Сарьяна? Второе место. Дыхание, но это вот первый раз. Во-первых, мне понравились твои нижние ноты. Они чистые. Они чистые. И они, ты держишь позицию. Это хорошо. Они чистые, и мне очень нравится твой первый, Сарьяна же тоже поет этот стандарт, мне нравится твой подъем первый, мне он как раз очень нравится, он мягкий, нормальный, все это у тебя получается. У тебя перед, где высокая ноточка, перед кем-то дыхание не хватило. На финале тебе не хватило дыхания, но там, видишь, еще она зависит от фонограммы сейчас, а фонограмма не очень удобно тебе петь. Поэтому мы там переделаем, у тебя будет все хорошо. Ты чувствуешь все хорошо, музыку ты чувствуешь. Там, где идет... Тебе не хватило здесь чего? Знаешь, почему там тебе дыхания не хватает? У тебя нижняя эта ноточка может же быть, наверное, грудная. Нет? Сейчас мы в тональность вернемся. Thank you.
Она же по твоему диапазону? Ми. Да. Только не жми ее, смотри. Фа. Я почти закрыла рот. Перед тем, как перейти в грудь. У Сарьяны по-другому там, она по-другому переходит, она там на Н закрывает. Фа. Ты это сделаешь. Вот у тебя сейчас, смотри, вот тут перед тобой сейчас задача из головного регистра перейти. Но если ты будешь, если ты будешь держать такую открытую А, во-первых, дыхание ты лишишься сразу, ну на голове оно быстро расходует. Тяжело, потому что переходная давай ноточка. И перейти. Как ты это сделаешь? Сейчас попробуй сама. Но то, что ты перешла в грудной резонатор, ты перешла. То, что тебя смущает это место, потому что дыхание совсем потерялось и ничего не звучит. Если мы вверх не можем спеть здесь головным резонатором, головным регистром, то эту ноточку мы, заканчивается фраза. Она должна быть фундаментальной фразочкой. То есть она по логике она должна быть и по диапазону твоему. Начинается новое повествование, потому что ты тоже начинаешь с грудного регистра эту фразу. Еще разочек давай, теперь с музыкой попробуем. Еще разочек. Ты сейчас по-другому пела, чем я.
видишь, в головном регистре опереть сложнее, а у тебя это самая переходная нотка. Значит, что нужно уйти? В горизонтик уйти. Ну-ка, сделай ва и закрой. Вот и все, и уходишь. Вот и смотри, он чистенький звук. Там у тебя по фразировке, смотри. И happy little woman's eye, и why? Ты здесь-то возьми дыхание. А ты why прилепляешь. И happy little why. Нет. И happy little why, oh, why, oh. То есть там одна фраза, вторая и последняя ноточка. Уловила это? Споем еще разочек. Самый ходок. Получается, у вас вообще у всех хорошо получается, когда вы хотите, чтобы у вас получалось, да? Смеется тебя преподаватель твой. Понимаешь, вот сейчас не бери там дыхание, где ты и не взяла, а возьми там, где захочешь. У тебя фразочки, у тебя все. Но показывай это дыхание, и не надо суетиться. Пусть, я говорю, на любую долю будет дыхание, у тебя есть время догнать. У тебя всегда есть время догнать. Ты в пространстве, понимаешь, ты в пространстве. Вот давай сейчас бридж. Слишком рисковато идет по динамике. Ты так нежно пела все. Единственное, что тебе бы еще больше хватило дыхания, ты рановато начинаешь готовить вдох перед бриджем. Ты. Понимаешь, да, о чем я говорю? То есть ты, вот у тебя идет музыка. Хотя ты последний раз, когда его даже рановато взяла, тебе его хватило. А сейчас это было суетливо, потому что я тебе помешала. Говорю, педагоги иногда мешают. И вот это «Behind». Попробуй его закрыть потом. Вот ты взяла. «Behind». Какие там слова? «Behind me». «Behind me». И прикрой его. Не держи его гвоздёво. Не держи его. Ну-ка, еще разочек. Сейчас сделай так, как тебе органично, как тебе хочется. Сложных нот вообще не про места. Сложных нот не бывает.
Ты можешь спокойно совершенно там ткни какие-то ноточки на. Хорошее дыхание, не было толчочка, как бы виха, и потом новое дыхание. Над этим местом ты дома будешь работать, потому что только сегодня, да, мы сделали еще разочек вторую часть бриджа. Первая часть бриджа была великолепная. Мне очень нравится, что грамотное совершенно дыхание, ритмичное дыхание. Ты успеваешь все это. А первую фразу вообще не брала дыхание опять. То есть у тебя как по органике. И нормально это. Главное, чтобы вокалистка никогда не смущалась, что ой, а я же выучила там не брать дыхание. Или наоборот, ой, я выучила там брать дыхание. Что значит выучила? Нет одинакового исполнения никогда. Оно все равно разное. Оно разное по настроению, по органике, по динамике. Оно все равно разное. Невозможно выстроить, понимаешь? Это мы можем вот 5 сантиметров отрезать. А это живое, живой звук. Поэтому поем, как получится. Весь бридж сейчас еще раз. Понимаешь, тогда тебе нужно очень хорошо здесь поработать именно позиционно, чтобы тебе осталось. Потому что выходы из головного резонатора в грудной, он всегда чреват сложностью именно сбалансировать динамику. Понимаешь, да? Ами. Видишь, какая разница? Тут надо тоже аккуратно. Она хоть и грудная, она должна быть тогда прикрыта, чтобы она не вывалилась. Она должна быть тоже аккуратненько. Дома надо все над этим поработать, все это. Ну, отлично. Еще раз споешь все с самого начала или устала? У нас 20 минут восьмого. Как? Давайте еще споем. С самого начала. Угу. Хорошо, давай. Somewhere over the rainbow, we are high.
строчка была чистенькая, там чуть-чуть все. Молодец, все равно. Умничка, умничка. Поэтому ты идешь тем именно путем, вот тем путем, тебя как бы, в общем, как тебе, как твое чутье какое-то. Вот как ты чувствуешь, так ты и поешь. И это правильно, это правильно. Чуть-чуть, знаешь, немножко, мне кажется, ты рановато начинаешь, на S присаживаешься. То есть немножечко, давай-ка ты вот это, немножечко ты... Немножко где-то вот в начале интонация там чуть-чуть. Но в целом, молодец. Потому что для начала работы вот с головным резонатором, с головным регистром, я считаю, что это очень хорошо, и у тебя появится к нему интерес. Это самое главное, что ты не будешь его ненавидеть, ты с ним подружишься, у тебя будет все хорошо. Все хорошо. Александр Валерьевич в следующий раз, как раз во вторник будет, он нам сыграет его по медиуму, и ты когда придешь на урок, уже будет другой вариант у нас. Я его попрошу заранее, нужно дома сыграть. Мы же не сможем нас... или мы здесь можем включать? Мы можем сразу на диктофон, чтобы на экзамене. Нет, мы это обязательно сделаем. Ну все, умничка, молодец. Ариана тебе все записала в дневник. Молодец. Отключаем все и по домам. Мне нравится еще то, что ты сама же слышишь. И еще мне, знаете, что удивляет? Вот вы поете обе этот стандарт, а я у Влады слышу текст, которого не слышу у тебя. У вас что, слова разные, что ли? Нет. Вы иногда как-то... Там какой-то борщ, что-то в конце есть у Влады там в окончании, потом еще какие-то. Влада четко проговаривает, а я их пропеваю. Влада четко проговаривает. Значит, Влада четко, а ты английский язык, мама говорит по-английски? Ну, как сказать, она знает английский. Ну, вот она тебя слышала, как ты поешь? Она тебе помогала с текстом сама? Мама нет, не слышала, но я слушала. Диск, оригинал. Пятерка. То есть у тебя все хорошо с английским. Молодец. Потому что я слышу просто, что вы по-разному поете. Я-то не понимаю, я не знаю английского языка. Ну я тоже в некоторых словах, я их некоторые заглатываю, как-то тоже нечетко произношу. Но тем не менее, я у тебя что-то слышу, с Арианой я этого не слышу. Вы мне понимаете, вы пользуетесь этим, студенты, господа, что Наталья Викторовна не знает английского языка вообще. Да? Я вообще не знаю английский. Я по-немецки говорю свободно. А-а-а. Я не знаю английского языка. Я когда, понимаешь, если бы, допустим, когда меня пригласили сюда преподавать в колледж, мне сказали бы тогда, что вам придется обучать джазу, и что это будет связано все с английским языком, ведь я бы не пошла работать. Я бы не пошла работать, потому что я не делаю того, чего я не умею. Понимаете? Тогда этого не было, когда мы не пели. Программа не предусматривала пение джазовых стандартов. И я бы не пошла в 50 с лишним лет учить английский язык ради того, чтобы идти преподавать в колледж. Я бы не пошла. А сейчас я просто вынуждена уже, я была поставлена перед фактом, и сейчас нужно уже как-то дорабатывать, да? Уже... Ну да, смысла нет идти учиться. И что делать уже? Я надеюсь на вашу порядочность, на то, что вы будете четко, то есть вы проверите, вы подойдете к педагогам по английскому языку. Просто не надо петь, а прочитать этот текст. Проверьте фонетику мою. Подойди, Влада. Тем более, у тебя пятерка по английскому языку. Скажи, я на каком-нибудь классном там часе, может быть, на каком-то открытом уроке по английскому языку, я могу спеть джазовый стандарт. Это сказка, это историю, мы знаем все. Изумрудный город, да? Я могу спеть, но проверьте мою лексику. Угу. Хорошо. Ну все, ладно, беги. Счастливо, до свидания. Пока. Пока.